Здравствуйте! В эфире передача «Взрослые советы». Сегодня ребята из детского сада «Красная шапочка» дадут советы покупателям. Артем, что такое распродажа? Это когда вещи становятся дешевые. Это когда старые вещи продают. И эта вещь становится старой, и все эти мебель делают просто дешевле. Покупатель покупает эту мебель. И там больше денег остается. Это когда вещи недорогие. Можно все на продаже покупать, что себе маленькое, взрослое, да, детках много, все до распродажи. Это когда покупают вещи. Значит, деньги отдают продавцу. На распродаже продают вещи недорого. Артем, посоветуй, как нужно совершать покупки? Надо взять корзинку и пойти купить продукты. Когда ты сделал покупку, надо отдать деньги. Можно ходить со списком и покупать по нему. Можно прийти в магазин, померить вещи, а потом купить. Надо купить, а потом на кассу, а потом уже домой. Можно заказать покупки через интернет. Надо посоветоваться с родителями, а потом покупать. Сначала надо подумать, что тебе надо купить. И надо это надеть и померить. И посмотреть на себя в зеркало. А потом подойти к кассиру. И отдать деньги и купить. Это были советы ребят из детского сада номер 67. Для участия в съемках программы звоните по телефону 43 22 20. До свидания. Пока-пока. Сайт мамы Стерлитамака strmama.ru. Жизнь в ритме детских сердец. Одежда ведущей предоставлена магазином модной женской одежды «Концепт Клаб». Визажист и парикмахер проекта Фания Абайдулина.